Здравствуйте, в эфире «События недели». Остается месяц до начала выборов президента страны. На этой неделе в Черкесске состоялась пресс-конференция председателя избиркома республики Ларисы Абазалиевой. Она рассказала, как идет подготовка к выборам, и ответила на вопросы представителей СМИ. Али Баташев далее. В настоящее время сформированы все избирательные участки. Члены избирательных комиссий прошли обучение и готовы к работе, отметила Лариса Абазалиева в ходе пресс-конференции. Все комиссии у нас сформированы, все прошли обучение. Они получили сертификаты о том, что они прошли тестирование соответствующее. У нас применяется видеонаблюдение. На 100 участках, на 99 участках будет видеотрансляция. А на остальных участках будут видеорегистраторы. Таким образом, любой избиратель, представитель кандидата, политической партии, участвующий в выборах, сможет посмотреть на любой временной отрезок, на любом участке. Также гласность выборов будет обеспечивать Центр общественного наблюдения. В ходе голосования будут применяться 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Сейчас избирком проводит прием заявлений по системе «Мобильный избиратель». Их уже 19 тысяч. С 17 февраля до 7 марта по всей республике члены избирательных комиссий будут проводить подомовой и поквартирный обход. У них будут специальная форма, бейдж с номером комиссии и удостоверение. Их цель – уточнить списки избирателей, информировать население о предстоящих выборах. Я очень прошу, вот так как принято у всех наших народов, гостеприимно принять наших членов комиссии, они по сути приходят вас пригласить на выборы, проинформировать о времени и месте, проинформировать о том, что можно проголосовать не по своей регистрации, а прикрепиться на удобный участок. Комиссии имеют право в рамках вот этого проекта «Информ-Уик» прямо сразу оформить заявление на голосование на дому, если человек захочет. Также в ходе пресс-конференции председатель избиркома ответила на вопросы журналистов республиканских СМИ. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Гордимся сплоченностью общества. Так комментирует активист инициативной группы Хабетского района «Ротные сердца», возросшее количество желающих по зову сердца присоединиться к сбору средств на оказание гуманитарной помощи нашим бойцам на СВО. Очередной груз с лакумами, пахнущими детством и домом, был отправлен на передовую. Фатима Даурова была с теми, кто его провожал. Привычными движениями банки с домашней консервацией аккуратно оборачиваются в обычный газетный лист и укладываются в тару. В таком виде они сохраннее доедут до адресата. Их ждут на передовой наши ребята. Груз комплектовали, исходя из потребностей и нужд военнослужащих. Каждый, кто участвует в этой акции, хочет помочь бойцам преодолеть трудности военной обстановки и быта. Надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в нашу победу. Если от ребят приходят заявки, и помимо этого у нас продукты, то, что постоянно мы посылаем, наши национальные блюда, это халва, лакумы, это все население приносит. А также у нас очень активно участвуют школы. Огромная им благодарность, это и учителям, которые организовывают, детям, которые постоянно помогают, родителям. Естественно, без них как. Население очень активно участвует в сборе данной гуманитарной помощи. Мы посылаем туда теплые вещи, вязаные носки, все шерстяные изделия, балаклавы, шапки теплые, обычные, термобелье. Большую посылку собирали всем регионам. К сбору гуманитарного груза подключились и активисты «Единой России», Народного фронта, неравнодушные жители близлежащих районов, а также служители Русской Православной Церкви и их прихожане. В коробках то, что пригодится на передовой. Автомобильные запчасти, обогреватели, одежда и продукты. К ним совсем скоро присоединятся коробки с вкуснейшими, только что испеченными халва. Мы все это жарим, все делаем это от души, от чистого сердца. Мы хотим все, чтобы все мальчики, которые сейчас воюют за нас, чтобы как у себя дома, как будто мать их приготовила, чтобы они от души чисто, вкусно покушали. Дай Аллах,
чтобы они все здоровы жили, вернулись в каждый свой дом. Активистам инициативной группы района «Родные сердца» в благородном деле посильную помощь оказывают педагоги, ученики школы аула Хабез и их родители, которые всегда отзываются на призыв. Вот мы проводим разговоры о важном каждое утро. И действительно, каждая тема, она настолько актуальна, что каждый ребенок ощущает это на себе. Но каждая теория должна подтверждаться практикой. И сегодня наши дети с удовольствием, с большим удовольствием проводят огромную работу со своими классными руководителями, родителями, с администрацией школы по направлению вот данного воспитания. Именно оно заключается в том, чтобы оказать помощь, гуманитарную помощь нашим солдатам. Потому что те люди, которые находятся на фронте, они защищают нашу жизнь ценой своей жизни. И я хочу им чем-то помочь. В основном я загружаю ящики, в которых находится одежда, еда, все, что нужно для людей, которые находятся на фронте. Часто проводим встречи с участниками СВО. Они к нам приходят, рассказывают детям, что да как участвуют там. И наши дети с большим интересом слушают, задают вопросы, интересующиеся их. Сегодня на встречу с молодым поколением пришел участник СВО Руслан Кабардаев. Он с самых первых дней находится на передовой в составе российского спецподразделения «Ахмат». Все это время он с честью несет службу, ответственно и храбро выполняя поставленные командованием задания. За проявленное мужество его удостоили медалями за отвагу, за боевые отличия и боевые заслуги, а также орденом «Ахмат-спецназ». Это был не просто разговор поколений, а возможность узнать историю из уст человека, который принимал и принимает участие в знаковых событиях. Ученики задавали гостю много вопросов. Их интересовало все – от того, где живут и питаются солдаты на линии огня, до реакции на детские письма. Школьники внимательно слушали бойца и на конкретном примере увидели, что настоящие герои живут рядом. Строки счастья, которые греют сердце. Каждый вспоминает о своем детей, о своем доме, о очаге. Это очень приятно читать. Понимаешь то, что за тебя. За твоей спиной находятся дети, которых ты должен защитить, оберегать, дать мирное небо на голову. Когда вот груз доходит до ребят, как это там, как это все происходит? Они как дети радуются. Это кусочек домашней еды, который сделан с любовью, с домом. После интересной беседы учащиеся школы присоединились к погрузке гуманитарного груза. Процесс пошел быстрее и веселее, и за считанные минуты кузов машины оказался заполненным наполовину. Другую половину отвели для питьевой воды, которую каждый раз предоставляет ООО «Хабез Аква». Его генеральный директор Артур Банов с самого начала занял активную позицию и в числе первых откликнулся на призыв оказания помощи мобилизованным. За прошлый год более 50 тысяч пятилитровых бутылок чистейшей питьевой воды было отправлено нашим бойцам. Ну, наверное, я считаю, что и правильная, и такая крепкая гражданская позиция, что мы должны в сегодняшний день помогать нашему государству, помогать нашим гражданам, нашим бойцам, которые находятся сегодня в местах проведения специальной военной операции. Мы считаем, что каждый из нас – это неотъемлемая часть этой огромной страны, этого огромного государства. И мы не должны сегодня сидеть в стороне, что мы должны делать все возможное, много, мало. Но когда мы все вместе объединяемся, у нас в итоге получается очень большое дело. Руслан Кабардаев, у которого позывной «Черкес», уже почти что 2 года вместе со своими боевыми товарищами пишет историю. Для солдатов на передовой очень важны поддержка земляков, душевное тепло, забота и внимание. Сегодня он уезжает вместе с гуманитарным грузом, олицетворяющим и пахнущим домом к своим боевым товарищам, ждущим всем сердцем весточку из родных краев. Фатима Даурова, Ренат Муков, «Вести», Карачаево-Черкесия. Медицина не хуже, чем в городе. В селе Важное после капитального ремонта торжественно открыли фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену. Теперь получать медицинскую помощь смогут около 2000 жителей в хорошо оборудованной амбулатории. Ремонт объекта – часть большой программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаево-Черкесии.
Вместе с открытием состоялся запуск проекта «Поезд здоровья». Подробнее Дарья Тендит. В рамках нацпроекта здравоохранения в 2023 году был начат капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта. Современный ФАП – это красивое, уютное и теплое здание, оснащенное необходимым оборудованием. Благодаря созданным условиям медицинскую помощь жителям села оказывают на месте. Это позволяет сельчанам не выезжать в районную или городскую больницу. Болезнь не ждет, поэтому первых пациентов принимали еще перед открытием. Я хочу поблагодарить, выразить благодарность не только от себя, но от лица всех жителей села Важного за таких ответственных, не знаю, работников. С какими бы проблемами мы ни подходили, они всегда идут нам навстречу. На торжественном открытии присутствовали почетные гости, медики и местные жители села Важное. Министр здравоохранения Карачаева-Черкесии Казим Шаманов поздравил присутствующих и отметил, что модернизация медучреждения активно развивается, и пообещал, что в ближайшем будущем в Важном появится дневной стационар. Здоровье и сохранение нации – это приоритетная задача руководства нашей страны. И сегодня это воплощается и на территории Карачаево-Черкесской республики. Мы всегда говорим спасибо медработникам. Я хочу присоединиться. Вам спасибо большое за ваш каждодневный труд. Открытие ФАПа – радостное событие не только для сельчан, но и для самих медиков. Ни одно поколение жителей села Важное вылечила Индира Бачаева. Ее стаж работы довольно солидный. Вот уже 30 лет Индира Юзуфовна ведет прием маленьких пациентов. Работать ей приходилось в разных условиях и без удобств. А благодаря капитальному ремонту и обновленному оборудованию принимать пациентов стало одно удовольствие. Нам поменяли и батареи, и полы, и обновили весь ремонт, и двери поменяли. Так что все хорошо, все прекрасно. Нам нравится, и тепленько, и хорошо. Спасибо большое, что именно выбрали нас, сделали ремонт нам. Очень нам понравилось, хорошо и приятно. По инициативе Карачаево-Черкесского отделения партии «Единая Россия» в село Важное прибыл поезд здоровья. Это передвижной медицинский комплекс, оснащенный лабораторией и диагностическим оборудованием, позволяющим сделать флюорографию, маммографию и посетить офтальмолога. Главная цель проекта – это повышение доступности медпомощи для жителей сельской местности. Халимата Айдарукова в числе первых прошла обследование. Все жители, женщины с детьми, пенсионеры не могут ездить далеко. Это сегодня они приехали, всех приняли. Мы благодарны. Множество добрых слов прозвучало в честь медиков от жителей села Важное. Торжественное мероприятие завершилось совместным фото на память. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район. Указом президента России на должность министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Владимир Нефедов, а начальником управления МВД России по Брянской области стал полковник полиции Алексей Солдатов. Их представил личному составу на этой неделе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В мероприятии приняли участие начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Было отмечено, что оба руководителя прошли большой профессиональный путь, долгое время работали в подразделениях криминального блока, хорошо знают специфику и тонкости оперативно-розыскной деятельности. Министр поставил перед ними ряд приоритетных задач, в числе которых преступления в сфере незаконного ввоза оружия, оборота наркотиков, экстремизма, а также имеющих принципиально важное значение в масштабах страны, связанных с выборами президента России. При этом многие приоритетные направления остаются общими. Обозначу ряд из них. На фоне проведения специальной военной операции сохраняются риски нелегального ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Необходимо наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с их незаконным оборотом и изъятию средств вооружения. Также на постоянном контроле должна оставаться работа по предупреждению и пресечению криминальных посягательств против личных и имущественных прав граждан, совершенных с использованием IT-технологий. Еще одно общее направление – противодействие незаконному обороту наркотиков. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, Министерства внутренних дел, органов госбезопасности и мудрой созидательной позиции жителей республики, в республике сохраняется общественная и социальная стабильность.
Вы также уже говорили, это тоже самый важный момент, я считаю, особую актуальность вопроса безопасности приобретают в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в марте текущего года. И я абсолютно убежден, что сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с органами власти всех уровней успешно справятся со стоящими перед ними совместными задачами по содействию реализации избирательного права граждан и обеспечения безопасности граждан. Разрешите поблагодарить вас за оказанное высокое доверие. Все ваши указания и поручения будут выполнены в полном объеме. Личный состав Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике работоспособен и готов к выполнению всех поставленных задач. Пусть звучит детский смех. В ауле Инжес-Чукун состоялась торжественная церемония открытия новой зоны отдыха. Это радостное событие ждали и взрослые, и дети. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей населенного пункта с открытием и отметил, что новый сквер появился благодаря реализации проекта формирования комфортной городской среды. Смотрите подробности. Совсем недавно на месте новой зоны отдыха было поле, которое служило местом отдыха, где собирались и взрослые, и дети. Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, теперь здесь расположился детский городок и многофункциональная спортивная зона. Первыми гостями на торжественном открытии стали школьники. Глава Абазинского района тепло поприветствовал присутствующих и выразил надежду, что новая площадка станет местом притяжения и детей, и взрослых. Я уверен, что и эта многофункциональная площадка станет центром отдыха для всех жителей аула. Также я хотел бы поблагодарить главу Карачаево-Черкесской Республики Рашида Борисовича Тимрезова, Министерство строительства в лице Зульфиры Убекировны Бачаевой, которая курирует данное направление, и всех тех, кто участвовал в возведении этой прекрасной площадки. Строительные работы по благоустройству территории начались летом 2023 года. Именно местные жители выбирали эту зону путем голосования. Поэтому за ходом работы по строительству следили все от мала до велика. Площадка разделена на две части – игровая и спортивная. Оборудованные зоны отдыха и досуга весьма востребованы в нашей республике. С 2017 года в рамках федерального проекта в 78 пунктах на территории Карачаево-Черкесии появилось около 140 зон отдыха. Создание этого объекта – это наше общее участие, это наша общая сила. Ваша активность подтолкнула вот руководителей, главу района, подтолкнула главу поселения для того, чтобы они поучаствовали в этой программе по выделению средств. И в итоге получился вот такой прекрасный объект. Школьники с нетерпением ждали открытия и в знак благодарности на торжественную церемонию подготовили поздравительные стихи. Под громкие аплодисменты по традиции была перерезана красная лента, после чего маленьких гостей пригласили пройти на детскую игровую площадку. Яркая, удобная и построенная по современным нормам безопасности очень завлекает подрастающее поколение. В этом парке мне очень понравилось. Здесь такой красивый вид, чистый воздух, природа очень красивая. Здесь яркие цвета, все дети радуются. Я тоже очень радуюсь, что здесь этот парк открылся. Торжественное долгожданное открытие стало незабываемым и радостным событием для местных жителей. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Сейчас время рекламы, а после продолжим. Внимание! Сезонная распродажа в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на все. Рассрочка без переплаты. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя, 80. С 20 по 22 февраля распродажа ивановского текстиля и трикотажа. Одеяла, подушки, матрасы, комплекты постельного белья, полотенца, халаты, пижамы, носки и многое другое по низким ценам. Черкесск, улица Кавказская, 51. Остановка Круг, Зеленый рынок. Когда ты имеешь полное право носить тельняшку. На побывку едет молодой моряк.
патриотизм у нас, я скажу, на высоком уровне. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дарят свет места родные. Вперед, офицеры! Честь, воля и сила! И на этой свадьбе меня и женили. Где эта песня льется, сердце остается, и на части рвется русская душа. А у нас был взвод охраны обеспечения контрразведки дивизии. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Вы на стол положили, это, наверное, дембельский альбом? Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их лицо. Вас девушка ждала из армии, ну расскажите. Девушка ждала. Захотел Хаттаб десант сбросить с перевала. Жарко стало небесам, места стало мало. Равняй смирно! Равнение на середину и начинай считать. Раз, два, три, четыре. А где пятый? 100 дней до приказа, 100 дней час за часом. Ждут солдаты сладких снов, ждут девчонки пацанов. Не пропустите новый выпуск программы «Музыка нас связала» 22 февраля в 16:30. Президент России Владимир Путин удостоил орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени Исмаила Хаджибердиева, муфтия Карачаево-Черкесии, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил муфтия с такой высокой и заслуженной наградой. Исмаил Хаджи достойно несет возложенную на него миссию во многом благодаря его мудрой и созидательной работе. В Карачаево-Черкесии гармонично развиваются межнациональные отношения, укрепляются духовные ценности ислама, молодежь воспитывается на принципах взаимоуважения, милосердия и любви к ближнему. Желаю Исмаилу Хаджи сил, крепкого здоровья и дальнейших успехов в непростой, но важной и нужной деятельности, отметил Рашид Тимрезов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта с орденом почета за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций. Президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, удостоив его орденом почета за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность. Глубокая порядочность, мудрость и жизненный опыт архиепископа многие годы служат укреплению не только православия, но и межконфессионального согласия, сохранению мира. От всей души поздравляю архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта с такой высокой наградой и желаю благополучия, здоровья, процветания и успехов в столь благородном труде, говорится в поздравлении. Ему 85, а глаза его так и горят юношеским задором, и он еще полон творческих идей. Бориса Уртенова без преувеличения можно назвать одним из самых ярких и талантливых артистов Карачаевского драматического театра. На сцене он 62 года. Воплотил 170 образов, сыграл более 10 ролей в кино и на телевидении. Но самыми важными своими ролями Борис Уртенов считает те, что сыграно на родном языке. О студенческих годах, о первых ролях, о любимых героях и мечтах юбиляр рассказал Мадине Каракетовой.
Наверное, нет в республике человека, кто не знал бы знаменитого Огурлу. Именно с этой роли началась творческая биография Бориса Уртенова в Карачаевском театре. Этот спектакль и его главный герой так полюбились зрителю, что актеров тогда еще Карачаевской группы областного драматического театра приглашали в каждое село. Борис Уртенов – один из 9 первых профессиональных актеров карачаевцев, выпускников знаменитого Ленинградского театрального института имени Островского. В Ленинграде на русском языке работали, естественно. Готовили спектакли на русском языке. Первый спектакль наш «Аршин Малалан» был. Я там слугу играл. Потом поставили «Океан Штейн», такой автор был. Тоже там лейтенант играл. Потом «Мещане» Максима Горького. Я там очень хорошую роль играл. Пролетариата, скажем так, рабочего, который революцию только начинает сознавать, понимать и двигать. Будучи студентом, Борис Уртенов подрабатывал в спектаклях малого оперного театра как артист миманца. Борис признается, что хоть это и была массовка, эпизоды, но несравнимый опыт, потому что это дало ему возможность окунуться в работу настоящего академического театра. Я не говорил, не пел, не танцевал, но я видел корифеев театра. Я видел талантливых певцов, танцоров. Я у них учился не меньше, чем в институте. Мне было интересно. Потом же музыка, там Чайковский, там Бизе, там другие авторы, мировая музыка. 18 студентов вернулись на родину и привезли 4 прекрасных спектакля. Костюмы наш ректор института подарил нам все костюмы, бесплатно отдал. И мы тут всем показывали, и в течение 2 лет показывали. Вот «Остров Афродиты», «Мещане», «Океан» и «Аршин Малалан». «Аршин Малалан», кстати, был самый первый спектакль, в котором Борис Уртенов, будучи еще студентом Ленинградского театрального института, пробовал себя в качестве профессионального актера. Он сыграл одну из ключевых ролей – «Слугу Вели». Но самой большой мечтой молодого актера было говорить со сцены на родном языке. Эта убежденность пришла давно, еще в детстве, в степях Средней Азии, с мечтами о возвращении домой, о сцене, мысль о которой не покидала его уже очень давно, с тех пор, как в сельском клубе, будучи мальчишкой, наблюдал игру труппы казахского театра, ставившего музыкальный спектакль «Аршин Малалан». И вот парадокс, спустя много лет Борис сам уже играл в том же спектакле, но уже на сцене Ленинградского театра. Мечтали, мы хотели поставить на родном языке спектакль. Если нет у народа, нет языка, нет театра, нет народа. Я так думаю. Ну, так и говорят. Поэтому мы хотели на родном языке. Это было для нас, это счастье, надежда была. Мы нашли драматурга Шахарби Ибзеева, Джандетлевосен, и он принес свою пьесу «Огурлу». Мы поставили «Огурлу». Там всего 8 человек участвует. А Такчук Борис Алексеевич решил поставить как режиссер. И мы поставили. И в 1963 году в городе Карачаевске 8 марта мы показали этот спектакль. Это была двойная радость. Во-первых, женский праздник, во-вторых, мы на родном языке смотрели спектакль, мы показали спектакль. Это была такая радость, это неописуемая газета, пером не писать, бумага не писать, вот такое. Это счастье было. Это там народ весь стоял, смотрел, стоя аплодировали. Но так случилось, что актерам пришлось разойтись. Карачаево-Черкесия не готова была к созданию национальных театров, и молодым актерам предложили самостоятельно устраивать свою судьбу. И Борис Уртенов принял решение ехать в Нальчик. А как раз в это время у них там 6 ребят взяли в армию, и там ребят не хватало. И мне достал там очень хорошие главные роли. Более 10 лет Борис Уртенов прослужил в Балкарском театре, создал целую галерею запоминающихся образов. Но все это время он мечтал вернуться домой и играть на сцене Карачаевского театра. И такая возможность появилась в 1972 году. Вернулись выпускники Карачаевской и Черкесской национальных студий Грузинского театрального института имени Шота Руставели.
меня пригласили из Нальчика, вот Борис Токчуков. Борис, приезжай, мы тут балкарцев много, у них актеров много, у нас не хватает. Мы создадим свой родной театр, наконец-то. Уже 62 года Борис Урценов на сцене. Он сыграл в 170 спектаклях, и каждый из них имел огромный успех. Пробовал себя в качестве актера кино и тоже успешно. Дебютным стал фильм «Стреляющие горы». До этого тоже были эпизодические роли, роли в массовках и, конечно же, съемки в документальных фильмах, посвященных депортации карачаевского народа, приговоренные к забвению и «Война и мир Карачая». Борис Урценов женат на прекрасной Тамаре Урценовой, в девичестве Хазбаевой, певице и руководителе детского ансамбля «Карча», имеет двоих сыновей, один из которых выбрал профессию экономиста, а второй пошел по стопам знаменитого отца и тоже играет в Карачаевском театре. Есть трое внуков. Подводя итог, с которым подошел к 85-летнему юбилею, Борис Урценов говорит, что он счастливый человек, поскольку... У меня есть двое детей, трое внуков. Это счастье, огромное счастье. Если я сыграл 170 ролей, еще 20 ролей в кино, телевидении, это счастье. Если я уже выпускаю книжки, это тоже как продолжение детей, это тоже как дети, это тоже счастье. Если я сегодня с вами разговариваю, тоже счастье. Так что счастье, я могу сказать, что я жил не зря, я счастливый человек. Марина Каракетова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующая, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Хороших вам выходных.